24 января 2022. Просто ужас, какие новости. Каждый день 20 трупов. Смертность от коронавируса в Смоленской области выросла в 7 раз. А там пишут 50 трупов. Вон. Эти... Что творится? Это просто вы эти новости смотрите, Яндекс. Это они еще, наверное, приукрашивают. Типа, ведь что творится? Новые случаи заболевания уже 85 тысяч заболеваний. И на улицу не выходить. Отменили все автобусы междугородние со Смоленска. Я посмотрел. Высказала Захарова об отъезде журналиста Цымбалюка. Ну, это значит, боится войны. Они дураки, что ли, хотят войну эти? 5 держав подписали заявление о недопустимости. Ну, тоже так, в 41-м подписывали. Немедленно внушаться надо. Там что, от денег уже крыша поехала в Москве? Вообще ужас. Вообще пупкари что делают? Это ж вам не зона, а страна. Там охраняют охранники пупкари. А это страна. Тут надо народ не пугать, старое население. Особенно, в основном старухи-то переживают за это все. Пророк сам был за то, чтобы был здравый смысл. Что это такое? Совсем с ума сошли. И что творят? Вообще ужас. Ужас просто. Ой-ой-ой, хорошую палку надо этим богатым воителям власти. Ну, совсем. Совсем уже им нечем заняться. Ну, нечем заняться. Пророк сам будет.